Как вас зовут? Юлия. Ольга. Я Богдан. А я Жека. Эта передача называется «Тупой еще умнее». Посмотрим, кто тупей, а кто умнее. Ну давай попробуем. Я сегодня окучу двух человек, а может быть трех. Я сам это придумал, таких передач никто больше не делает нигде. Да, ни разу не делал. Если делают кто-то, гоните их в шею. Сыграем. Сыграем в эту игру. На деньги? Если вы выиграете, вы получите подарок. Ого. От нашего не спонсора. Ну, давайте. Внимание, первый вопрос. Кого Пушкин называл в стихах «Голубка дряхлая моя»? Без понятия. Не знаю, честно. Может, лошадь какую-нибудь? Лошадь? Ну, может быть, да. У него была мама. Ага. И у него был папа. Да. И была еще одна женщина. Ну, у него была воспитательница, как это правильно. Няню, по-моему. Няня? Няня. Няня. Как звали, кстати, няню? Ой. Как же звали эту даму? Он так называл няню. Ага. Ты помнишь, как звали его няню? Ну, Антонина какая-то, но не помню. А, няня Ольга? Нет, не Ольга. Нет, нет, нет. Подождите, няня. Сестя. Антонина Александровна какая-нибудь? Арина. Я не помню, может, Арина. Ну ладно, Арина. А по батюшке? Если я вам скажу имя, вы вспомните ее отчество? Давайте попробуем. Арина. Родионовна. Все верно. Арина Родионовна. На первый вопрос ты ответил хреново. По какой формуле можно найти площадь круга? Площадь какой? Я списывала. Мне кажется, я зря участвую в этой передаче. Мне кажется, я слишком тупая. В математике мне прям вообще. Как раз то, что нужно для нашей передачи. Сейчас будет ругаться в комментариях, что вы очень глупая девушка. Тупая. Тупая курица, скажут по-любому. Я по-другому бы сказала, но ладно. Это, я не знаю, площадь круга. С. Две там штучки умножаются на x, p, периметр или кто там. Mm-mm. Мы умножаем на вот это в квадрате. X в квадрате. Лёш, что площадь? А? Ваш муж? Мой муж, который, видно, поумнее будет. Муж, подскажите жене. S равно пи. Пи в квадрате. Пи r. Пи r квадрат. Это гениально. Да? Ну ладно, забей, не знаю. Я не знаю, не знаю, не знаю. Допустим, не ответил. Не ответил. А хочешь знать? Ну давай. А зачем тебе это надо? Ну я вдруг еще раз это подойду. S равняется пи r квадрат. Не, я не отвечу. Ты, Богдан, очень умный человек, пока еще. Если бы не Антонина Александровна. Если бы не Антонина. Пока она все испоганила. Махунга! Ничего страшного, если бы мне задали этот вопрос, я бы ни хрена не ответил. Да я не переживаю. Не Вы страшно не переживаете? Показаться тупой, когда не знаешь действительно Вам этого. Не страшно этого? Ну, по факту нет. Классно. Я вас обожаю, потому что я тоже думаю, что быть глупым не проблема, а вот бояться глупым, это проблема. Чего бояться? Ну подумаешь, ну, не да. Забыла то, что учила там в 6-м классе. Ну что у нас память-то? Должна Прекрасно. Все это помнить, все вот эти вот Арины Родионовны. 10х минус 6х равно 2. Чему равно х? 10х минус... 10х минус 6х, ну пускай 4х. Вот и посчитай. Сейчас. 10х минус 6х равняется? 4х. 4. 5 это 5. 5. Да, ну вообще решается. Опа. 4, 2. Х равно... Нет. 0. Х. Ну да ёпта мать, я не знаю. Я тебе говорю, у меня математика... Ну ладно, тогда опустим этот вопрос. Ну, либо 2, либо 1, 2. Это будет 4, а, ну все, 4х. И равно 2, да? Да. Но двойки тогда равны х. 1, 2 это сколько? 0, 5. И это правильный ответ. Ну хоть что-то. К
какой линии подчеркивается определение? Прямой определение. Подожди, я помню, корень. Да нет, корень не это не, другая. Не та история. Когда предложение и там одно... Зачем мы это делали? Я вот я не понимаю, нафига мы это делали? Мы одно подчеркивали одной линией, другое там подчеркивали двумя линиями. Потом волнистый подчеркивали. По-моему, да. Нет. Точку запятой что-то делали, тире, запятая, запятая делали. Нафига делали? Существительное пускай подчеркивали. А у нас определение. Определение? Да. Это типа прилагательное. Типа там отвечает вопрос на кой, чей, чему, ка-ха. Ка-ха. Ну и прилагательное это чем подчеркивали? Волнистые линии. Вот, видишь, ты такая молодец. На какой вопрос отвечает определение? Волнистый. Определение? Волнистый. Ты пока самый умный человек. А давай по литературе что-нибудь, у меня была пятерка. Была пятерка по литературе? Да, это единственное, что я знала. Что я знала? Тогда Пьер Безухов из какого романа? Жень, такой красивый. Спасибо. Я пойду. По какому закону одно заряженное тело притягивается к другому? Притяжение. Последний, самый сложный вопрос, на который я бы хрен ответил, я тебе так скажу. Да я бы и на другие бы тоже бы не ответил. У этого закона есть какое-то название, и, видимо, это название есть фамилия какого-то мужика. Нет. Законы притяжения, но вряд ли. Нет. Одно заряженное тело притягивается к другому? Блин, эбонита какого-нибудь. Эбонита? Ты знаешь эбонитовую палочку? Да. Ты натирал ее? Ну. Вы носите какие-нибудь ожерелья? Да. А если вы на цепочку повесили эту штучку, как эту штучку можно назвать? И надо же! У этого мужика такая же фамилия. Один заряженный притягивается к другому. Фамилия мужика, видимо, физика. Блин. Да по-любому физика, кого еще? Ну, да, да. Не геолога же. Это венеролог? Навряд ли. Не знаю. Фамилия его начинается на букву К. Маленький-маленький на шее висит. Вторая буква У. Я не знаю, Жень, вырежи меня ладно. Оттуда. Я тебе на один ответ, вопрос только ответила. Я не знаю. Ну хорошо, в нашей передаче вы... Тупая. Тупая. Та-дам! Но подарок я вам все равно дам. Спасибо большое за то, что поучаствовали в этой дебильной передаче. Это протеиновый батончик. И я вам его дарю, чтобы вы его похавали в свое удовольствие. Плохие подарки? Не, хорошие. Ну, слушай, если бы ты ответила на все вопросы, я бы самокат электро тебе подарил бы. Не надо. Не надо? Не надо. Это протеиновый батончик. А я напоминаю, что спонсор этой передачи – это этот прекрасный человек с волосами, ведущий свадеб и даже не свадеб, но только не детских мероприятий. В описании будет сайт, и можно все узнать, что почем, что к чему, зачем и вы чем. Дорогие телерадиослушатели, это была передача, которая называется «Тупой и еще умнее». И есть у меня другой канал в Ютубе, влоговый канал, называется «Евгений Ширяев Продуксьон». Посмотрите-ка, интересный видосик, который находится там. Ай-яй-яй, как здорово, спасибо. И также хочу обязательно передать привет всем людям хорошим, которые смотрят это видео. Мир вам всем, где бы вы ни были, где бы вы ни жили, чтобы у вас все было спокойно, хорошо и поменьше грязи, поменьше говна, ненужных слов, без рукоприкладства, как говорится. До свидания.